Недорогой монитор с тонкими рамками для офисных и мультимедийных задач. В этом видео поговорим о мониторе Sunwind с индексом M27BA103. Комплект поставки помимо самого монитора включает подставку, адаптер с силовым кабелем питания, кабель HDMI и пользовательскую документацию. Монитор обладает диагональю 27 дюймов и выполнен в тонкопрофильном корпусе из черного пластика. Дисплей матовый, рамки вокруг него тонкие, не считая нижней, на которую вынесен логотип производителя. Такой экран станет оптимальным вариантом для создания мультимониторных систем. Подставка простенькая, она поддерживает только регулировку наклона. Помимо этого, на тыльной стороне есть монтажные отверстия под кронштейны стандарта веса с посадочным квадратом 75 на 75 мм. Слева расположился джойстик управления настройками и необходимые интерфейсы. Порты представлены входом HDMI, входом DisplayPort и входом VGA для подключения к видеокарте системного блока. Также здесь есть выход для подключения наушников и гнездо под кабель питания от комплектного адаптера. Матрица построена по технологии IPS и поддерживает разрешение Full HD. Частота обновления 75 Гц, отклик 5 миллисекунд, а углы обзора достигают 178 градусов по вертикали и горизонтали. Что касается параметров яркости, они здесь весьма средние – 250 кандел на метр квадратный. Этого вполне достаточно для домашнего использования при неярком окружающем освещении. Статическая контрастность – 1000 к 1. Как итог, перед нами недорогой тонкопрофильный монитор с безрамочным дизайном и качественной IPS-матрицей. Он подойдет не только для работы с документами и веб-серфинга, но и для просмотра кино, видеоигр и других задач.